приехала очень классная игра, называется Mousetrap от Hasbro. У меня их есть несколько вариантов, только мне надо их собрать. То есть я еще комплектацию не всех проверила. А получается, строится, идет вот такое вот поле. Это я ее уже собрала. То есть она вся в разобранном виде приехала. Вот эти все детальки собираются. В комплекте идут мышки. Всего их 4 штучки разных цветов. То есть каждый игрок выбирает мышку. Где четвертая? Так. А вот желтенькая потерялась. Каждый игрок, то есть игра рассчитана от 2 до 4 игроков. По возрасту написано 6+. Сейчас вот эту штучку я не подняла. Сейчас. Мышеловку не подняла. И тут у нас старт. То есть сюда мы ставим своих мышек. Вот здесь старт. Потом берем джек, боже мой. Потом берем кубик. У нас идет кубик в комплекте. И вот такие вот сырки. Сырки вот так вот. То есть они не целиком, ну как кусочек, да, сыра, а по кусочку. То есть оно вот так выстраивается в виде круглого сыра. Всего их получается 4. Вот таких вот кусочка, состоящих, кружка, состоящих из кусочка. То есть, если, допустим, вдвоем, да, играть, то каждый игрок... Джек, господи. Каждый игрок, получается, берет себе по 2 кусочка с сырками. Комплектация тоже их полная. И что дальше? Дальше мы берем кубик, бросаем. Там 4, да, выпало. И идем. Мне тут, конечно, разместиться. Сейчас. Вот, мы идем, получается, берем нашу мышку. И вот так вот идем. 1, 2, 3, 4. Вот, да, мы попали на желтый такой сырком. Это значит, что отсюда мы берем себе сырок. То есть выигрывает тот, кто первее соберет 2 вот этих вот кружка с сыром. Дальше, следующий игрок бросает кубик. Следующая мышка 5. 5 вот на фиолетовом. Фиолетовое — это значит, что ничего не происходит. Если мы попадаем на красное, вот такое, то значит, что мы этот сырок, который вот я взяла, да, мышка взяла сырок, мы возвращаем сюда, на это поле. То есть вот кусочек мы забрали, мы его возвращаем. То есть мышка без сырка. Следующее. Если мы попадаем в мышеловку, то, естественно, мы переходим, вот наша мышеловка, становимся сюда. Дальше идет самое интересное. Здесь у нас мячик вот такой металлический. И мы вот таким образом запускаем интересный механизм. Оттягиваем. Ага, не хочешь оттягиваться, да? О, пошло. Этот шарик покатился. У меня тут еще не очень ровная поверхность. В общем, он вот так вот катится. Попадает в это ведерко. Блин, Таша, что упала. Потом попадает сюда в ванночку. Здесь у нас... Ой, забыла чудика поставить. Здесь у нас стоит вот такой вот дядечка. Потом шарик. Оп. Так, мячик не падать. Потом у нас срабатывает мышеловка. То есть, если мышеловка сработала и мышка попала в мышеловку, да? То есть, она может и не сработать. Может... Да, он ходит, рыгает. Вот, то получается, этот игрок, если у него есть сыр, он сыр отдает как бы своему конкуренту. Если вот у него есть сырок, то он его отдает. И остается на месте здесь. Так, сейчас. Ой. Так, получается, дальше по вот этим вот мышеловка. Так, это сыр. Если попадает сюда игрок, то здесь вот такие вот трубы. Он, получается, вот тут. Он может либо остаться на месте, либо по трубе, допустим, перейти сюда. Ну, это по желанию, если он захочет. Так, что следующее? Следующее это. Так, если мы попали на зеленое, то это...
значит, что мы, по-моему, забираем у игрока, оппонента, сырок, если у него есть, и берем его как бы себе. Все, вот вроде все эти я рассказала. Очень интересная комплектация, полное состояние. Очень хорошая, только коробка с повреждениями. Вот, написано Hasbro. Все детальки тут, это все разбирается. Поэтому я пока собрала, теперь надо разобрать. Тут вот даже резиночка, все как бы столько нюансиков. Все это собирается, а сами мышки такие, как резиновые. Материал у них. То есть не пластик, а плотная резина. Очень тоже классная. И где еще? А, вот одна здесь получается, да. Всё.